Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами будем разговаривать о различных добавках вино. По большей части речь пойдет о сере, но коснемся еще некоторых других. Часто можно услышать такое выражение, что без добавления серы, без добавления чистых культур дрожжей хорошее вино сделать невозможно. У меня есть свое мнение по этому поводу, оно изложено в отдельном ролике. Кому интересно, под видео, нажав кнопку «Еще», я оставлю ссылку. Что касается этого выражения и, в принципе, подходов к виноделию. Так вот, мировое виноделие делится, ну, условно на две части. Условно, потому что есть некоторые нюансы, но это виноделие конвенциональное, которое использует все достижения, в том числе и химической промышленности, и виноделие натуральное, которое подразумевает минимальное вмешательство человека в естественные процессы брожения. Конечно, конвенциональное виноделие, оно занимает гораздо большую часть мирового виноделия. Натуральное виноделие занимает часть гораздо меньшую. Почему? Потому что на самом деле это сложный, трудоемкий процесс, который требует определенного количества времени. Но это виноделие распространено по всему миру. И это не удел вот домашних виноделов. Это абсолютно не бабушкины рецепты. Это отдельное направление, которое существует по всему миру, во Франции, в Италии. Очень Америка сейчас ценит вина, сделанные именно таким способом, с минимальным вмешательством и с минимальным добавлением чего-либо, либо вообще без каких-либо добавок. Более того, на сегодняшний день это направление все больше и больше приобретает свою популярность. Ну, конечно, натурального вина на всех не хватит, и конвенциональное виноделие занимает большую часть. Теперь переходим к теме добавления серы. Тоже довольно распространенное утверждение, что сера добавлялась еще издревле. Но на самом деле выражение такое не совсем верное. Точных данных о том, как она добавлялась, для чего она добавлялась и все прочее, нету. Есть какие-то неопределенные ссылки на работы Гомера и Плиния, но никаких точных данных нет. Точные данные о добавлении серы впервые появляются в Германии в 1487 году. В это время выходит королевский указ, в котором уже точно определено, для чего добавлять серу. А применялась она с целью предотвращения порчи вина, предотвращения его потемнения. Там была прописана доза 16,2 грамма на 860 литров вина. И был прописан способ ее добавления. Порошковую серу смешивали с древесной стружкой, добавляли травы, добавляли ладан и все это сжигали в бочке перед ее наполнением. Если мы рассчитаем вот эту дозу на литр, то у нас получится порядка 18,8 миллиграмм на 1 литр, что существенно ниже тех доз серы, которые применяются сегодня. В среднем 200-250 миллиграмм на литр в зависимости от типа вина. Конечно, не стоит исключать, что, может быть, где-то была ошибка в трактовке этого документа, может быть, где-то была ошибка в записи, но, тем не менее, те факты, которые мы видим сегодня, это существенное различие в дозах. То есть рекомендуемая доза была гораздо-гораздо ниже. Итак, для чего же добавляется сера? Сера на самом деле имеет двойное действие. С одной стороны, она является антиокислителем и предотвращает окисление сусла, что особенно актуально для сусел светлых, поскольку красные сусла, они уже частично защищены своими красящими веществами, танинами и прочим. Белые сусла, они этому более подвержены. И второе назначение – это антисептик. Сера задерживает развитие дрожжей, сера задерживает брожение, то и, например, если мы вносим чистые культуры, то, добавляя серу, мы задержим развитие тех дрожжей, которые уже есть в сусле, добавляем те, которые нам надо внести, и они начинают как бы им легче развиваться. Ну и кроме того, сера может затормаживать действие, либо полностью уничтожать те бактерии, которые в сусле находятся. Таким образом, сусло становится более стабильным, и спиртовое брожение протекает несколько легче, ввиду того, что нет каких-то посторонних организмов. Когда и как ее добавляют? Вообще, то, что нам нужно, это
сернистый газ, СО2, и могут его добавлять, по-моему, даже в промышленности в таком виде, ну, скажем так, в быту. Это два порошка, пиросульфит калия и метабисульфит. Пиросульфит калия содержит 50% чистого сернистого газа. Вносят перед началом брожения, вот для предотвращения окисления и для... при остановке действия тех дрожжей, которые есть. И в способе внесения есть некоторые различия и разногласия. Так, например, французские энологи говорят о том, что в белое сусло сера должна быть добавлена в тот момент, когда мы сусло отпрессовали, получили сок. В красное сусло сера должна быть добавлена в тот момент, когда ягоды подробили, причем вносить ее надо... очень так специфически, чтобы она равномерно распределялась по всему объему. Ну, понятно, ведь речь идет о больших каких-то емкостях, мы говорим о промышленном производстве, то есть надо, чтобы она максимально и равномерно распределялась. В советских же учебниках рекомендуют внесение серы как можно раньше при приемке винограда, либо в транспортных емкостях. И те же французы осуждают такой способ и говорят, что это не совсем правильно, не совсем корректно и не будет действовать, потому что в одном месте попадет больше серы, в другом меньше, в одном она будет работать, в другом не будет. То есть надо вносить уже, когда у нас все такое гомогенное. Дозировка. Частая рекомендация гаражных виноделов – это 1 грамм пиросульфита на 10 литров сусла. Если мы говорим о промышленности, то там дозу рассчитывают индивидуально, исходя из тех параметров, которые есть у сусла. То есть в зависимости от того, что там, в зависимости от pH, учитывают множество факторов. И в зависимости от этого рассчитывают дозу как можно более меньшую, которая принесет свой эффект. И я, например, встречала разбежку в рекомендациях 30-50 мг на литр – это чистого сернистого газа. То есть если мы пересчитываем на пиросульфит и на литр, то получается, вернее, на 10 литров, то получается рекомендация 0,6-1 грамм. То есть понимаем, 1 грамм – это уже верхняя граница этого добавления. А дальше в процессе, еще когда добавляют серу, во время брожения этого делать не стоит. Только в случае, если это самое брожение, надо остановить. Допустим, если это делаются какие-то определенные типы вин, ну, какие-то сладкие. Следующий этап, когда сера вносится, это уже непосредственно перед розливом в бутылки. Для чего? Для того, чтобы стабилизировать вино при транспортировке, чтобы оно хорошо перенесло все переезды и все изменения условий. Если мы возьмем вот ту сферу натурального виноделия, которая подразумевает минимальное вмешательство, они серу могут вносить только на последнем этапе, непосредственно перед розливом в бутылке. Опять же, понимая, что неизвестно, в каких условиях это будет транспортироваться, может что-то с вином произойти, поэтому они добавляют. Как правило, это доза 25-50 мг на литр. Повторюсь, против разрешенной и наиболее часто применяемой в 200-250. Значит, что произойдет, если серы будет слишком много? Ну, во-первых, может появиться неприятный запах, особенно в определенные моменты, когда сусло постоит на осадке, может появиться запах сероводорода. Кроме того, избыточные дозы серы, они убивают яблочно-молочные бактерии, которые ответственны за яблочно-молочное брожение. А именно этот тип брожения является одним из обязательных этапов приготовления красных вин. Таким образом, вино становится мягче, бархатнее, но об этом как-нибудь поговорим в другой раз. Конечно, можно потом эти бактерии внести, но зачем их вносить? Может быть, стоит их не убивать. Как влияет сера на организм человека? Тоже существует очень такое частое утверждение, что сера абсолютно безопасна, серу добавляют во все, и в детское питание ее добавляют, и ничего страшного нет. Отчасти правда, отчасти нет. Серу действительно добавляют очень много куда. Да, может быть, в детское питание. Серы очень много в сухофруктах. Если вы видите такие очень яркую, красивую курагу, такую оранжевую, то серы в ней очень много. И покупая для себя, есть смысл выбрать что-то не такое приятное глазу, но гораздо более полезное. Как может сера влиять на человека? Ну, во-первых, она очень сильно влияет на астматиков. У некоторых людей, да, и
их небольшой процент, но развивается аллергическая реакция. Что касается нормы, Всемирная организация здравоохранения установила такую норму 0,7 мг на килограмм веса человека. Дневная норма, суточная. Если мы пересчитаем, то средний человек весом 70 кг для него это доза 49 мг. Посчитаем, сколько у нас содержится в вине, то есть безопасная доза для человека, полбутылки вина, не более. Ну, я думаю, что есть над чем задуматься. Конечно, если мы выпиваем маленький бокальчик, то абсолютно ничего страшного. Следующий момент. Сера негативно влияет на превращение алкоголя в организме человека. Дело в том, что в нашей печени содержится особое вещество, которое ответственно за превращение и обезвреживание спирта в нашем организме. И сера, она частично блокирует этот фермент, соответственно, алкоголь плохо разрушается, алкоголь наносит токсическое действие организму. При этом могут возникать вот негативные похмельные синдромы, такие как сильная головная боль, может быть что-то еще. Конечно, если мы употребляем небольшой бокал, ничего, опять же, страшного не случится. Но где-то, если какие-то праздники, мы дозу чуть превысили, то мы можем столкнуться вот с такими негативными последствиями. То есть, с одной стороны, сера вроде как бы и хорошо, она помогает и облегчает труд виноделу. С другой стороны, это не такой же безопасный и не такой хороший продукт, как нам хотелось бы в это верить. Поэтому добавлять ее или не добавлять, вы решаете сами. Мое мнение такое, если мы без чего-то можем обойтись, а мы действительно можем обойтись. Мой личный пример показывает это, я убедилась на своем опыте. Но я вам говорила о том, что в мире существует достаточное количество виноделов, которые практически не используют вот это химическое вещество. В промышленности это оправдано, потому что там есть коммерческая выгода, там есть большие объемы, поэтому да, для них это может быть и необходимость. Когда это может быть необходимость с моей точки зрения, с моей, в том же домашнем виноделии, допустим, так получилось, что либо мы там купили такой, может так получилось, что мы не могли приезжать на свой участок, по каким-то причинам у нас есть порченный виноград, много гнилого. И этот объем достаточно большой, то есть перебрать все ручками и убрать эти гнилые ягоды полностью, там каждую вот чуть-чуть с маленькой точечкой, не предоставляется возможным. Конечно, в таком случае есть смысл добавить серу, обезвредить сусло, ну и поставить его на брожение, чтобы сохранить хоть как-то этот урожай и что-то из него получить. Если у нас хороший здоровый виноград, то на самом деле без серы можно обойтись. Но это по моему мнению, повторюсь, вы принимаете это решение самостоятельно. Какие еще могут быть добавки в будущее вино при виноделии? Ну, если вы зайдете в специализированный магазин, а их сейчас достаточно много, которые продают товары для виноделия, для пивоварения, для самогоноварения, то вы найдете целый спектр различных веществ, которые можно добавлять в вино. Это будут и ферменты, которые способствуют отделению сока. Это могут быть подкормки для дрожжей. Ну, на самом деле, вот по подкормкам скажу кратко, как-нибудь будем говорить о брожении, там скажу более подробно. В сусле всего хватает, всех питательных веществ для того, чтобы дрожжи нормально работали. Это могут быть винная кислота, если надо сусло сделать более кислым. Это могут быть различные раскислители, это могут быть танины. Спектр огромен на самом деле. Ну, что из этого вам нужно и нужно ли, конечно, такой вопрос риторический. Напомню, что я придерживаюсь того мнения, что если чего-то, без чего-то мы можем обойтись, то мы можем обойтись. История виноделия насчитывает 8000 лет, и применение вот этого огромного спектра этих добавок стало только, наверное, в последние, ну, пусть 50, пусть 60, пусть даже 70 лет, но все остальное время добавление чего-то, каких-то агентов были минимальны. И если бы без вот этих химических веществ мы не могли бы сделать вино, то, наверное, может быть, и история человечества вообще бы не узнала, что такое виноделие, потому что, напомню, появилось это все совсем недавно, а 8000 лет
вино как-то делали. А с другой стороны, лично я не придерживаюсь каких-то совсем радикальных взглядов и считаю, что если есть острая необходимость что-то в вине подкорректировать при помощи какого-то вещества, то это вполне можно сделать. Например, если ваше вино слишком кислое, то, конечно, можно купить раскислитель и кислоту это убрать. Ну, зачем пить то, что вам неприятно? Но в итоге каждый человек сам принимает самостоятельное решение, надо ему что-то добавлять, либо не надо. Единственное, что я бы хотела посоветовать, если вы решаете что-то делать и что-то добавлять, то сначала ответьте себе на вопрос, зачем. Если вы четко понимаете, какой результат вы получите в итоге и для чего вам это нужно, то, конечно, вы можете это делать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!